Всем привет, уважаемые зрители! Перед просмотром видео подпишитесь на канал, если видео понравится, поставьте лайк. Ну а я начинаю. В сети бурно обсуждают роман внучки знаменитой Софии Ротару с французским бизнесменом. София Евдокименко, которой буквально в мае исполнилось 18 лет, редко делится подробностями личной жизни. Как оказалось, внучка Ротару встречается с французским бизнесменом, которого уже представила близким, в том числе и звездной бабушке. Недавно влюбленные засветились в Париже. На 18-летие внучки прилетела и знаменитая бабушка. В свой день рождения внучка опубликовала в соцсети Instagram фото с близкими, среди которых были ее родители, а также некий молодой человек. Позже выяснилось, что незнакомцем оказался французский бизнесмен Марко Дюменил. Поклонникам или прессе пока о нем практически ничего не известно. Как говорит сама София, Дюменил ценит искусство и любит путешествия. В отличие от Евдокименко, Марко чаще публикует совместные снимки Софии в социальной сети Instagram. Так, накануне влюбленные вернулись из Парижа. В столице Франции модели и бизнесмен бывают часто. Здесь они наслаждаются не только атмосферой города влюбленных, но и посещают местные музеи. Удивительная девушка. Так Дюменил подписал одно из недавних фото, на котором Евдокименко рассматривает картины одной из выставок. Несколько лет назад София Евдокименко рассказывала, каким, по ее мнению, должен быть ее избранник. Не обязательно петь серенады под балконами, лезть с букетом цветов по жаркой лестнице. Мне важно, чтобы парень был искренним и уверенным в своих словах и поступках. А еще обладал хорошим чувством юмора. Делилась девушка в одном из интервью. Передо мной пример семейного благополучия нескольких поколений моей семьи, поэтому я подойду к вопросу замужества и рождения детей очень серьезно. Соответствует ли избранник Софии данным критериям, пока ничего не известно. Напомню, внучка Софии Ротару вот уже более 4 лет проживает в Лондоне. Евдокименко весьма успешно строит карьеру модели. Ее триумф индустрии моды состоялся благодаря старшему брату Анатолию. Он посоветовал сестре сделать портфолио и заявить о себе в модельное агентство. Так, 4 года назад 14-летняя Соня стала лицом одного из модных брендов и не один раз стала украшать обложки глянцевых журналов. Также начинание 14-летней Софии поддержала ее знаменитая бабушка. Как говорит сама внучка Софии Ротару, она никогда не навязывала своего мнения. Как-то нам нужно было быстро решить, могу ли я улететь в Мадрид в рамках Mercedes-Benz Fashion Week посреди рабочей недели, прогуляв несколько дней учебы. И бабушка поддержала, сказала, что если это важно для меня, то надо лететь, отмечает Евдокименко. Многие поклонники Софии Ротару, а также ее внучки, гадают, как София Михайловна относится к избраннику Сони. Возможно, певица поделится личным мнением о Марко с широкой публикой, но это будет явно не сейчас, а чуть позже. А что думаете вы, уважаемые зрители, по этому поводу? Напишите свой ответ в комментариях.